Принимай, Самара, наших выпускников. Сегодня для 11-классников прозвенел последний звонок. Уверенный шаг во взрослую жизнь в этом году сделали более 13,5 тысяч юных дарований со всей области. В этот день выпускников поздравляют не только родители и учителя. С завершением учебного года ребят поздравил губернатор Дмитрий Азаров, первые лица области и города. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось, в первую очередь на предстоящих ЕГЭ. Учитывая непростую эпид-обстановку, торжественная линейка прошла только для выпускных классов. Но праздник состоялся. В Самарском спортивном лицее, например, он был в космическом стиле. Конечно, вы сейчас на своих космических кораблях взлетите ввысь, покинете стены родной школы, но я желаю вам всегда оставаться на той орбите, рядом с этой школой, рядом со школьными друзьями. Потому и кульминацию праздника «Последний звонок» объявляли как старт в большое космическое путешествие во взрослую жизнь. Я хочу вам пожелать, чтобы те знания, умения, которые вы приобрели за 11 лет, были той площадкой стартовой, когда ваша ракета в вашей жизни устремиться вперед, ввысь к вашей цели. Несмотря на окончание учебы, времени на отдых у выпускников нет. Впереди ЕГЭ, основной этап которого пройдет с 31 мая по 25 июня. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.